Важность сохранения доступного муниципального дополнительного образования. Центр «Поиск сегодня» – современное пространство для патриотического и гражданского воспитания детей и подростков. «Поиск» – это отличный старт для детей в спорте, творчестве, науке. Чем сегодня живет система дополнительного образования и какие меры принимаются для ее развития, говорю в программе «Город С» 24 апреля 18:15. Гость в студии Виктория Башкирова, директор Центра «Поиск» городского округа Самара.